Здравствуйте, уважаемый мэр города Несебр Николай Димитров, глава городского округа «Звездный городок» Московской области Валерий Иванович Токарев, представители Российской Федерации и Республики Болгария. Большой привет вам с Международной космической станции. Находясь высоко над землей, мы не видим границ между государствами. И здорово, что сегодня два города, болгарский Несебр и российский «Звездный городок», становятся побратимами. Рады вдвойне, так как являемся жителями «Звездного городка» и будем способствовать укреплению дружбы между нашими народами. Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.